большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В среду в Самарской области пасмурное небо, но будет проглядывать солнце, местами осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха в дневное время +1, +3, ночью 0, +1 градус. Ветер южный, скорость 6-8 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, дождь, днем 2 градуса с плюсом, ночью 1 выше 0, ветер южный, скорость 7 метров в секунду. В Тольятти тучи, небольшой снег, днем +3 градуса, ночью +1, южный 8 метров в секунду. В Самаре малооблачно, вечером возможен снег. Днем +2, ночью 0 градусов. Ветер южный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 83%. Слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.